зеленого озеленения производит посадку зеленых насаждений взамен тех деревьев, которые были снесены для строительства нового завода. Будут посажены тополя. Почему выбрали именно тополя? Потому что тополя растут очень быстро, и мы надеемся, что через 3 года здесь будет прям зеленая буферная зона, которая отделит промышленную зону от зону населенного пункта. Растут они быстро, неприхотливые, то есть при засушливой погоде и при дождливой погоде они будут чувствовать себя хорошо. Причем расти они будут с весны до поздней осени. И ежегодный прирост может достигать от 2 до 3 метров. Поэтому я и сказала, что через 3 года у нас здесь, мы надеемся, при благополучных стечениях обстоятельств, будет зеленая зона. Вместе с администрацией города и Выкшинским металлургическим заводом проводит очередную акцию по высадке компенсационного насаждения. Это прекрасное, интересное мероприятие, запоминающееся для каждого из нас, поскольку каждый имеет возможность внести свой личный вклад в благоустройство города. И в такой чудесный день одно удовольствие работать на благо каждого из живущих в Выкшине, на весь город, для блага всего города. Я лично посадил 2 дерева, думаю, что успею еще сделать несколько посадок. И нужно сказать, что это не последнее наше мероприятие. В течение октября будет еще несколько высадок деревьев, тополей, сосна. И, в общем-то, думаю, что те, кто не смог сегодня присоединиться к нам, обязательно будут иметь возможность сделать в ближайшие разы.